Всем добра и здравия. Сегодня выезд. Вчера вот ездил, мало находок. Сейчас я не один, с комрадом. И вот он мне показал место здесь, в принципе, недалеко от нас. И там через дорогу, там лесок. И вроде как, Дадим, ты говорил, там что-то по 16 веку. Ну да, да. Попадалось, да. Керамику находил и железо того же периода. Вот сейчас, нет, в принципе... Нет, бесогон там. Бесогон ты крестик находил, да? Детские. Ну, маленькие. Ну, они все бесогоны такие, они бывают большие, да, бывают. А который маленький, он еще ранний получается. Еще более. Если большой бесогон, то это где-то 15-16 век. А маленький, совсем это уже ближе к 14 веку. Так что вот так. Аппарат у тебя АТ-ПРО, да? АТ-ПРО. И получается сейчас у меня Deus. Так, ну, что будет, естественно, покажем. Всем удачи. Так, ну вот это место. Где получается ручей? Там где-то, да? А, вот идет ручей. Что там за сигнал? Надо вот так. Цветной, да? Ну да. 70. Ну, гуляет, блин. Давай попробуй. Пинт есть? Ну, если я его пользуюсь. Вон здесь. А? Вот здесь. Вот отсюда достань. Что-то здесь. Угу. Да нет, ты. Вот, вот здесь у тебя в руках. Вот упала. Вот сюда. А, вон. Там что? Шайба какая-то. Что там? Ну это там это, блядь. Дровосеки? Не знаю, там деревья, блядь. Да бог его знает. Вот. Кусок кожи, там, вот здесь, вот. А в ней заклепка. Ну кожа толстая, что-то от военного. Так вот переходим ручей. А? Я на камеру. Да, ручей действующий, но совсем, что от него осталось, а берега высокие. А ты по бревну, что ли, переходил? А? По бревну переходил? Нет, вот, вот, левее, Макс, вон островочек. Да я вон сейчас... То еще ночью дождик прошелся. Да, вот куда нам надо, где мы хотели покопать, там строительная техника что-то делает. Ну вот пошло старое железо, кованый гвоздь. Фантазер. Здесь прямо возле дороги. Пропал. Железо сильно. А, вот. Железо? Ну ладно. Вон там. Да, вот кованые гвоздики. В этом районе, да? Это локально они? Сигнал у меня какой-то сейчас откопают. Что ты говоришь там нашел? Крест нашел?
Я не вижу. А. Да, смотри. Отличная находка. Достаточно по 17-му где-то. Жалко, поломан. Тебе не нужно что-то? Его надо будет поесть. Вот, а ты его лопаткой передал. А, да? Ага. Ну видишь, он здесь, блин, какая-то эта. Ну, отлично. Монетка Советы, 1 копейка 32 года. Да, вот где стройка идет прям, ну тут на дорожку делают наперсток. Это жалко. Там трактор ездит. Государственный объект. Да, смотрите, подкова. В 16 веку. Жалко кусок, половинка. Советы. Поздний. И копейки 69. Где наше детство золотое? Хочу назад в СССР. Пуговка гирька, но сломана. Смотрите, еще один наперстник. Наперстки покручу я ловко. Тоже ушедший, поломанный. А ты где шарик, угадай. Слушай, Дим, я так понимаю, это свисток охотника. Но ты не охотник, не? Ну, посмотри. Ну, я так предполагаю, что-то потому что похоже, знаешь, как на, может, на утку. А, ну да. И пластинка там была металлическая в нем. Да. Сгнила вся. Ну да, похоже. Да, но вот. Сейчас на месте старого трактора. Посмотрим, что здесь. Ну, здесь все бито-перебито, плюс еще завалы. Особо ничего интересного не ожидаем. Надо смотреть по картам, но завалено все. Третий наперстник. Наперстки покручу я ловко, а ты где шарик угадай? Ну только уже более-менее целый, но все равно с утратами. Что? Третий наперстник, говорю. А, наперстник? Да, третий. Да, убери чуть подальше. А. Так, ну все, у нас разведка как бы кончилась. Недолго походили, да, Димон? Да. Наверное, несколько часов походили. Ну, Димон здесь был, а я вот его первый раз приехали посмотреть. Ну, в принципе-то, как бы, вот железо есть. Кованые гвозди, он в каком количестве. Подкованные, кусок подкова по 16 веку. Вот это вот, скорее всего... как свисток для дичи, там утки, да? Наверное. Ну, это мы так думаем, что это оно. Между ними пластинка была металлическая, поэтому он и зазвенел.
потом три наперстка, но все ушатанные, но все-таки как бы как находка-то они есть. Вот. Три штуки. Димон нашел вот крестик по 18 веку. Такой вот. Ну и советы, пару монет там. Советов. Пряжечка. Пуговка ломаная. Ну, это, конечно, не Мордва, да, не Пенза. Там находки другого уровня. Это Московская область. Для Московской области, в принципе, прогулочка, конечно, не хорошая, но и не совсем плохая. Отдохнули, погуляли, подышали воздухом. Как-то так.